Я иду, устали мои ноги. Пред собой я вижу три пути. Три пути, три дальние дороги. Привет, пацаны. И снова я со своим телефоном на рыбалке. Сегодня я поехал с товарищем на рыбалку на лесное озеро. Живописное очень озеро. Я думаю, вам тоже понравится. Озеро дикое. В общем, как-то так. Намесил кашу-малашу. Наварил кукурузы, пшеничной, кукурузной крупы, овсянки. Добавил макуху, добавил клейковину. Получилась вот такая вот пружины. Видите? Каша. Ну, резинку на ночь закинем. Я готовлю, сейчас ее свяжу. Закинул планктон на донный. Не знаю, что тут за рыба есть. Но очень красивые места. Дикие, заповедные. Очень много птиц. Вон они. Ух, плещется. И рыбка плещется. Рыбка есть, ребята, здесь. Рыбка есть. Мой товарищ на лодке. На середине озера. Поплыл. Его и не видно. Вон он где вдалеке. Вокруг лес. Красота. Ветерок утих, рыбка начала гулять. Чуть попозже разложим палатку. По 50 грамм, как положено, уже потянули. Ну, я уже на удочку поймал две плотнички. Красноперки, вернее, две. Что вот такая вот красота. Ну вот, пацаны, забросился. Здесь у меня что? Донная снасть на планктон. Здесь у меня убийца карпа. Здесь у меня тоже убийца карпа. Только новые. Здесь у меня резинка. Интернет-клуб Фортуна. Это больше на ночь. Ну посмотрим. Зарядился, закинулся. Кто-то нажмет на курок, кто-то будет расстрелян. Кто-то себя нашел. Где вон поплывок. Кто-то любит безумно, кто-то не доходя до лодки, так чуть-чуть левее. Вот это поплывок, резинка моя. Ну, рыба, ребятки, плещется. Посмотрим. Поклевка какая-то была, но холостая. Уточки плавают. Вот они плывут. Так что вот так сейчас попробую на удочку. А что попробую? Я уже поймал две красноперки. Ну вот вокруг что нас окружает, вокруг лес. Вот такая красота, чистый воздух. Водичку взяли с собой с родника. Колодезная. Столик у нас от мух накрытые продукты. Вот такие многовековые деревья. Корни. Черника вокруг. Ягод полно. Будем ждать поклевки. Вот какая-то поклевочка на убийцу карпа. Только закинул. Мелочевка, скорее всего. Может, какая-то плотвичка дергается.
Вот оно опять что-то так. Паровоза нет, значит, мелочь какая-то сидит. Чуть-чуть попустила. Проверим, что-то оно пикает, пикает, что оно пикает. Мелочевка, наверное, какая-то. Ничего нет. Пусто. Не, что-то и таранушка, красноперка. Ну, на уху сегодня вечером. Как-то так, пацаны. Ну, начало есть. Начало есть. Ну вот. Таранушка есть. Начало есть. О. Некоторые крючочек не втыкают. Я втыкаю его, чтобы он не зацепился за основную леску. Вот так. Кашка-малашка. Я говорил вам, макухи добавил молотой, жареной. Кукурузка отварная. Отварил перловку, пшеничку, кукурузную крупу и клейковина с нашего планктона. Получил, ах, острый крючок. Поймал себя. Получилась вот такая кашка-малашка у нас. Так что вот так, ребятки. Что, идем забрасывать? Забрасываю я недалеко. Здесь глубина 4 метра. Уже рядом 4 метра глубина. Видите? Достаточно. Так что как-то так. Сейчас попробую перекинуть то, что на толстолоба закидывал. Хотя как бы и рано. Можно и подождать до поклевки. Так. Сейчас подтянем. О. О. Работает, нет? О. Бантранер работает. Значит, подтягиваем. Все, есть. Все работает. Отлично. Пока у меня все заброшено. Сейчас на красноперку. Она тут не крупная. Опарика подсадим. Кто знает, как опарика подсаживать? Наверное, не все в курсе, что именно тупой частью, где голова, насаживается опарик, а не наоборот. Тогда он долго живет. Видите? Я по одному одеваю, рыбка мелкая здесь.
Оп. Что-то плещется, ребятки. Видите? Ну, пойдем попробуем. Что у нас будет клевать? Хоп. Ждем. По-моему, поклевка у меня. Да. Не знаешь, за что браться. Ладно. На эту была поклевка. О, еще опять мелочь. Я такую рыбалку не люблю. Только забросился. Мелочевка сидит, что ли? Смотрите, пацаны, как рыбка играет на глади воды. У меня какая-то мелочевка дергает. Это я на опарика наживил. О, что-то е. Ну, вот такая, видите, красноперка на удочку. Она тут шузера дикая. То она тут крупней. Ну, а то одна попалась с глубины. Ну, не знаю, сколько она. В общем, вот такая красноперка на удочку, на опарика. Вот закинул опять на опарика. Что-то дергает. На спиннинге молчит все. На резинку молчит. Это хорошо, значит, мелочь не сбивает. Значит, должна подойти хорошая рыбка. Цапли тут прилетают питаться. Малька много. Уйма. Не знаю, вам видно, нет? Но прям кишит все. О, поклевочка. Оп. Выклала. Так. Все нормально. Да. Нормально. Значит, забрасываем. Хоп.
поплавок у меня скользящий. Близко закинул. Ну, где-то так. О, так нормально. Что-то дергает. Мелочь опять, наверное. Сделал поплавок не скользящий, что-то мне не нравится скользящий поплавок. Настроил глубину. О, ну так лучше. Вот. Красноперочка, ребята. Вот такая красноперочка. Ну, она вся тут, видать, одинаковая. О, отлично. Оп. Спиннинги молчат. Ну, на спиннинг я наживлял пенопласт. Чтобы не вытягивать каждый раз, не перенаживлять. О, упал, сорвалась красноперочка. Оп. Вот так. Прикормил кашкой. О, ну вот, вот такая красноперка. Карася пока нет, ребята. Пацаны, кто такое видел? Смотрите. Здорово. Такое редко бывает. Цапля. Вон она пошла. Тропинки в воду пойдет. Я так думаю, сейчас пойдет к воде. Да, вон она. Так что как-то так, пацаны. Заповедник. Что такое дикие озера? Это ж надо такое увидеть в дикой природе. Красота. Попробую подойти поближе. Улетела. Вон она. Улетела. Улетела.
Так что вот такие кадры засняли. В природе в дикой я первый раз цаплю увидел так рядом, близко, гуляющую по лесу. О, сразу две пацаны. Две вот таких плотнички. Дуплет. Ну, на уху у нас точно уже будет. Лелека, цапля. Вот такая красота. Вот наша лодочка. Завтра, наверное, вдвоем поплывем на середину. Будем ловить густерку. Перекусончик у нас был. Покушали. Перекусили. Плиточка, чай вскипятили. Ну что, как рыбалка? Прекрасная. О, так надо густерку показать, сколько ж ты наловил. Давай покажем. А как я покажу? А что, в ведре? Ведре-то? Ну да. О, красивая такая. Да. Раз прекрасно. А что мы будем с ней делать? Засолим? Да, или жарить будем? Ага, сейчас пойдем в село посолим. Да, соль-то не взяли. Ой, да. Вот это птичкины. Птичкины настоящие. Идем знакомиться. Немножко боится, видите? Угу. Ускоряет ход. Скажет, мало ли что у него на уме. Ну, и что ты боишься-то? Ну ладно, не будем ее пугать, досаждать ей. Поросята, видите, отдыхали. Не забрать с собой с заповедника вот этот весь мусор, это ужас. Ладно, мы соберем. Ходит. Так что, ребята, цапли не только в воде рыб ловят, они по суше вон ходят, гуляют. Свои тропы у них. Вот ягодки-чернички.
А здесь повсюду вокруг растет. Мне нравится вкусная ягода. Тут видно, уже собирали, ее не так много, но она есть. Красиво-то как. А вот и наш рыбак. А мы тут подкрадаемся. И что мы там поймали? Ты знаешь, клёва вообще нет. Ну и не надо. По сравнению со вчерашним днем, здесь рыба в кишело возвелось. И вот здесь она бросалась. А то даже и нигде и не шелохнет. Ты знаешь, ну и не надо той рыбы. Мы нет. Отдыхать приехали или за рыбой? Правильно, я ничего не спрашиваю. Ну и все, что? Нету да и нету. Хотел бы что-то поймать. Ну, хотел. На. Хотел, перехотел, как говорится. Задели рыбу, брось ее туда. О, таранушка, красноперка, да? Один рогай. Ага. Ну, все плюсом. Ну и хватит нам. Нам-то хватит. А население как? Возьми меня чуть-чуть на берег. Сейчас возьмем. Так, тихо. Я попробую сам. Вот так. О. Подожди, удочку не сложил, за камыш зацепишь? Нет. Не должен. Ладно, так. Давайте я боком разверну. Ну, как хочешь. Разверни меня как хочешь, только чтобы я мог выйти на этот самый. На берег, да? На берег, да. Опа! Пока еще не зацепил ничего? Пока вроде ничего. Нет. Хорошо. Так, тихо. Смотри, там березка. Ну, так вот сейчас сам зацеплю. Нет. Ну, все, я тебя держу, можешь выходить. Хорошо. Я рад, что так случилось. Ты понимаешь, на любой глубине пробую. На уже я начал, прямо по течению меня несет лодка, да? Пока не снесло аж тот берег. Ну, ясно. А там ноль. Тоже. Иногда что-то клюнет, вот вытащишь и все. А так, чтобы масса, вот так вот вчера, вообще жопа. Ничего. Так, где она там? Как подставать? Вот так. А вот я тебя к берегу. Все хорошо. О, теперь можно пускать. Отпускаю. Да. Тихо. Вот, оп. Так. Лодку лови. Ну, вот такие вот рыбацкие будни. Лодку в воду. Норовить туда улететь. Угу. Ну, я еще не отчаюсь, потому что, возможно, что-то переменится. Возможно, будет... Сейчас пересыпем рыбку туда, да. В общий котел. Ну, как-то так. Лохвата, конечно, здесь красивая. Да. Куда, чтобы она клевала вот так массово? На. Не надо так на. Она возьмет. О, видишь? А вот она и ходит, выпрашивает, не видишь? Да? Конечно, она вот, видишь, хлеб бросил, она его из воды не съест, наверное. На. Это же не лягушка. Вот она хочет рыбку. Рыбку, да. Вот она ходит, выпрашивает рыбку. Да. Ну ладно, пойду сейчас рыбку ей дам. Сейчас дам рыбку ей. Да. А ну. На рыбку, на. О. Вот она что ходит, выпрашивает, ребята. Рыбку. А клюв и лапки как будто покрашены краской красной, да? Ну ей так проще, вон покормили и пошла. Хитрая. Вот такие цапли у нас вот здесь. Жить, умею вертеться, бля. Да. Вот, как она, да. Вот такие цапли у нас, да. Попрошайки. Это точно. О, покормили рыбкой. Да. И позволяет с собой селфи делать, да. Не боится. А так пока не давали, то она уходила. Скажет, да пошли вы. А так вон возле нас крутится, чтобы ей еще дали. Пожрать давайте. Да. Будете снимать. Это точно. Вон она и не боится, возле нас позирует. Дадим сейчас. Ну, будем кушать рыбку? На, держи. Держи рыбку, на. О. Да, мигом, да, глотает? О, на. Не бойся. О, рискнула, ближе подошла, видишь? Да. Худощавая. Ну все, наелась, не? 4 рябины тебе дали.
Сколько там у тебя помещается? Много, наверное? Да. Пацаны, наш улов. Красноперка. Кустера. На двоих. Хватит на жереху, на уху. В общем, вот такой у нас улов. Крупной рыбы сегодня нет.